Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Серпуховском историко-художественном музее и сегодня посетим одну из выставок музея, которая называется «Константин Маковский. Реалист и мифотворец». Константин Егорович Маковский родился в 1839 году в семье потомственного дворянина, коллекционера Егора Ивановича Маковского. Детство его прошло в Москве, в обстановке, крайне благоприятной для развития художественного таланта. Отец художника был бухгалтером в дворцовом ведомстве, а в свободное от службы время художником-любителем. Увлеченность отца поддерживала у детей интерес к искусству. В своей автобиографии Константин Маковский писал: «Тем, что из меня вышло, я считаю себя обязанным не академии, не профессорам, а исключительно моему отцу».